Утки зацепили. Утка попалась. Ну вот такое варево у нас получилось. Первый такой, а время-то всего лишь 11 часов. Ребята, всем привет! Сегодня мы на Имаиге, на речке, приехали за осенним лещом. Не знаю, насколько осенним, стоит еще такая летняя погода. Градусов всего лишь, ну не знаю, там может 12, ну в смысле тепла ночью, и сейчас градусов 18 тепла. То есть это все-таки еще не осенний лещ, но это конец лета. Будем пробовать его ловить. Будем с ночевкой, с палаткой, со всякими, значит, готовками еды и всем сопутствующим. Сегодня я буду с одним другом. Он не хочет лезть, значит, в кадр, но поэтому у меня есть свой личный оператор. По-моему, это прекрасно. Вот так у нас по вещам. Так вот, раз, раз, раз. Вот. Вот, лодку запарковали, тут такой гаражик для нее специальный. Ладно, будем разбивать лагерь, раскладываться и тогда готовить прикормку и начинать ловить леща. О, какая прекрасная палатка у нас. Матрас надо надуть. Так, ну чтобы не терять время, занимаясь всем этим бытом, надо замешать прикормку. Зачем я ремни взял от прицепа, ты можешь сказать? Но это же ненормально. Ночью, чтобы не замерзнуть, взяли глёк. Лещ. И взял несколько пакетиков. Так, сейчас замешаем. Оснащу удилище. Сразу начну ловить. Пускай они заряженные стоят. И потом можно тогда продолжать заниматься обустройством. Раз. Сегодня у меня все по-умному, сито. Только второе ведро забыл. Но ничего, можно из пакетика. Так. Вон какая шикарная получилась протертая прикормочка. Прям нежнейшая. Без всяких комков. Что не сделаешь ради леща. Где-то, ну вот что-то так. Так. Вот чуть левее взял, наверное. О, это травка, травка. Ну что, не лещ. Ну рыбка отзывается. Есть маленькая, может будет и крупная. Ребят, ну вы посмотрите, какая красота, да? Одна за другой, но все мелкие. Ну ничего, главное кормить точки, и лещик подойдет ближе к темноте. А пока будем мелочь ловить. Так, продолжим. Так. Завтра нужно увести несколько лещей, в плане их покоптить. И ночью мы их обязательно дождемся. Опа! Опа! А ты посмотри, что делала. Размер вот такой. Отпускаем и будем ждать. Пока светло, заготавливаем дровишки. Такие сыроватые они какие-то, нет, дядь? Какие есть. Какие есть. Там валялись по лагерю. Ну просто дымить будем, да? Ну, а что? Конечно. Палатку снарядили. Палатка огромная. На вещей тут набросано. Так. Там краем глаза сковородку заметил. Она уже просит цену. Сполочным ножик. И примемся за кулинарные дела. Так, сменили нож, да? Да. И сразу веселее стало, да? Пошло. Да.
Мисочка-то не самая большая, я бы сказал. Лучок пошел. Красненького немножко. Кончик у нас. Мы будем его вытапливать и на этом жиру жарить картофель. Надо за раз, главное, уместить весь бекончик. Это было бы прекрасно. Прямо совсем маленький огонь. Вот так вот. Ой, что будет сейчас? Главное, чтобы с рыбкой получилось, но главное сейчас вкусно, плотно покушать. И всю ночь будем ловить рыбу. Прям как я люблю. А? Прям мелочок-то. Оп! Ну что это? Ну где наша рыба? Оп! Вот такая густерка, небольшая. Лучок чуть-чуть присолим. И дальше я все, больше не солю. Если что, посолим себе, потому что лучше не досолить, чем вымачивать картошку в воде и есть. Ну вот такое варево у нас получилось. Картошечка с бекончиком. Ох! Есть что-то? Ох, ох, ох. Пожалуйста. О, этот пожалуйста. Уже побольше, да? Ну, это уже что-то. Да, первый такой покрупнее, так сказать. Ну, не лещ, конечно, но уже, ну, типа, рыба. Слушай, даже крупнее, уже, да? Уже как бы да. Да, слушай, какой. Видишь, они нет-нет, но да. О, хорош. Нормально. Ну, как бы, как. Это уже кто-то покрупнее, по-моему. Да. Да? Ну, подожди. Ох, 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 ох. Жару дает. Так, я даже не знаю насчет подсадчика. Наверное, нет. Но это последний. Ой, нет, это в подсадчик бы. Ох, 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 ойюшки. Слушай, ну это тот, кого мы ждали, да? Это тот, кто завтра хочет залезть в коптилку. Очень хочет. Да. Вот такой вот, ребят. Ну, первый такой. А время-то всего лишь 11 часов. Вся ночь впереди. Но это уже рыба. То есть он не маленький. Ну, не... О, есть. Оп. А он живчик. Но он поменьше, но он интересен. Все равно. Ну, пожалуйста. Ребят, второй. Вот такой вот лещок. Ну, прекрасен. Ну, это не лещ, это подлещик, но это крупный подлещик. Хороший такой, надежный подлещик. Такой размерчик. Ну, уменьшение пошли немножко. Ребят, доброе утро. Оно прям доброе, потому что погода отличная. Восход солнца мы проспали. Не знаю, какой клев был ночью, но до 3 часов ночи не особо клевало. Поймали несколько рыбин и пошли спать. Завели будильник и проснулись только 7:30. Будильник не слышали. Опа, поклевка. Но отчаиваться смысла нет, потому что надо ловить рыбу. Ох, есть рыбка, но не крупная. О, нормасик. Ох, язик. Такой вот. Оп, и малец. Утки зацепили. Утка попалась. Смотрите, что творится. Она мне вторую удочку сломать хочет. Попалась, да? Ну, в смысле, за леску. Ну да, она вырвалась. Да. Вот это поклевка, я понимаю. Вот это лещ. Закончился в горелке газ. И пытаемся вот в спартанских условиях вскипятить воду.
Ну что, ребят, посмотрим наш скромный уловчик ночной. А он в этот раз действительно скромный. Ну, типа более чем скромный. Вот таков наш улов. Значит, самое крупное, что попалось, это вот такой, ну, что это, лещ-подлещик. Такого размерчика, ну, до кило. И еще один, ну, и еще один подлещик поменьше. А остальное, густерка, плотва. Короче, не ахти, место мы выбрали не очень классное, потому что в плане отдыха-то оно было обалденное, а в плане растительности под водой и глубины не очень. Очень много зацепов, и было сколько-то сходов, и одна даже была неплохая рыбка, но убежала. Короче, такая вот получилась рыбалка. Но она не хорошая, не плохая, она отличная, как отдых, она отличная. В плане рыбалки... Ну, норм, даже дома можно что-то поесть. Да, это не какая-то там, это не классный отрыв по лещу, это всего лишь, называется, не вернуться совсем с пустыми руками, но и этому рады, и этому довольны. Поэтому спасибо, что были с нами в этом видео, и до новых встреч!